очередной ремонт. Пригнали Deo Sense или Deo Шанс, ZAS Шанс. Есть у нас такая вот проблемка. Не так давно меняли, где-то месяц прошел, венец маховика, и его уже съело. Венец сырец. Сейчас будем заново снимать коробку и заново менять. Так вот, качественные запчасти у нас. Собственно, чтобы снять, нужно будет открутить. Вот кронштейн я уже открутил. Три гаечки на 13 снял полностью с рабочим цилиндром. Здесь три болта крепления коробки к двигателю. Один здесь, один здесь. И вот здесь еще один. Так, отсоединим кулису. Датчик на спидометр. Вот уже фишку я снял. И датчик на коленчатый вал. Фишку тоже скинул. Вот, собственно, и она. Все, поднимаем машину. Защиты у нас нету. Сливаем масло и выдергиваем шуза. Ну, соответственно, снял стартер, два болта открутил, вытянул его полностью, хотя можно оставить, собственно, на, чтобы висели на проводах. Ну, не стал этого делать, открутил, снял полностью. Ну, а клеммы я уже не говорил, клеммы сбросил. Снизу все, что нам нужно будет. Снять фишку с датчика заднего хода, пооткручивать шаровые опоры, позбивать, вытянуть полуося. Снаружи я их даже не откручивал, просто вытяну и уведу в сторону. И открутить крепление лыжи к коробке. Подушку заднюю я не снимаю, оставляю на месте. Ну, также кулису, болтик на 13, открутить. И снять. Все. После этого останется нам подушка боковая. И уже после этого снимаем коробку. Пробежимся о том, о чем я только что говорил. Шаровые отсоединил. Шруза повытягивали. Откручена полностью лыжня. И снято кулиса или вертолет. Все, ставим подпорку под двигатель, откручиваем боковую подушку. Я еще откручиваю дополнительно вот этот вот подкрылок, чтобы он не мешал. Снимаю вместе с подушкой. Ванек, смотри, сколько раз снимали коробку, я там вибрации случайно не было. Сейчас позатягиваю. Ну вот, собственно, и все готово для снятия коробки. Сейчас нужна будет только помощь. Лыжа останется на месте. Шпильки повыходят из сцепления. И снимем коробку. Так, ну сцепление мы сняли. Оно у нас новое, недавно меняли. И вот так вот я вкрутил болт, поставил, нашел вкладыш шатунный. И открутил все болты крепления маховика. Маховик снимаем. Сейчас будем забивать венец. Ну вот уже на снятую более детально видно, насколько съела венец. В одном месте. Как раз там, где берет стартер. Смотрим, проверяем бендекс. Он у нас целенький. Стартер новый. Вопрос не в стартере. Если у нас такой вот выступ, просто берем зубило и сбиваем старый венец. Новый будем греть резачком, немножко нагреваем и садим. Весь процесс покажем. Что касается установки нового венца, здесь вот внутри явно видна фаска. Ею же и одевается на маховик. То есть установить не так сложно будет. Специально предусмотрена такого вот рода фаска. Не знаю, видно, не видно. Ну вот такое вот качество запчастей, качество венца. Пробуем напильником. Стирается моментально. Пол зуба нету. Стер.
О чем тут можно говорить? И все, греем. И он сейчас сам сядет на место, лишь немножко подправим, чтобы ровненько был. Ждем, пока остынет, и устанавливаем его обратно на автомобиль. Собираемся в обратной последовательности. Сейчас сниму еще саму проверку, когда уже машина будет полностью собрана. Ванька, как и хотел, не до красна, как заказывал. Уже установили маховик на место. Венец новенький. Все хорошо. Запускай. Что и требовалось доказать.